Эшкерин. В общем, ребята, всем привет, с вами Slayer и Source. Здрасте. Да, здрасте, вот там еще какой-то рыжий мудень гуляет, главное, что он к нашим грянт ко мне подошел. А он со мной. Че? Он со мной. Так, а вот это уже мне точно не нравится. Почему? В общем, сегодня наша задача выжить любой ценой. Ну, смотри, если мы сократим наше поголовье вдвое, то есть если я сейчас прибью, то мне будет проще. А, ну да, конечно. То есть мой сервер, и ты хочешь меня еще убить, да? Ну что, будешь смотреть, как я играю. Нормально. В общем, давай у нас самая главная будет задача найти корову. А зачем корову находить? Давай найдем. Я хочу шейки. Вот, как раз кукуруза, кстати, я забыл про нее. У меня к тебе маленький вопрос. У тебя боты все скрафчены или только один? Один, конечно. Грустненько. Это выживание на максималках, ты чего? На максималках времени? Да. А зачем тебе... Быстрее ты сдохнешь или нет? Зачем тебе два этих двигателя? Я вообще думал, если каждый двигатель там на одно колесо будет мощнее, но потом говно получилось. А расход топлива в два раза больше, да? Да. Чувак, давай, поехали. Нам нужно сделать тебе бур. С буром будет много металла, с металлом будет много денег, с деньгами будут... Ну, ты понял, да? Девушки. Ну, возможно. Подожди, а сколько у тебя компонент китов? Ты не пробовал прокачать мотор на уровень, чтобы было 4 колеса? Блин, что за хрень было только что? Я просто смотрел и охреневал, я не понимал, что за дичь было. У меня вопрос, почему вперед это назад, а назад это вперед? Я сейчас S зажму, чтобы ехать вперед. Чувак, посрать, я там просто не то поменял. Главное, вот корова. Здорово, Маргарита. По-моему, у тебя проблемы. Ну ты сука. С доступом уже казино. Так, без пиара тут они мне не платили. Так. Живо сри мне тут молоко. Вообще-то она не срет молоко, она его выпячивает через голову. Ой, наконец-то. Ой, да. Хлопок нужен для кровати, нужен? Тут хлопка дофигища. Охренеть. Вот это мне фартануло. Некоторые, кстати, знаешь, в комментариях пишут, блин, нету хлопка в мире, что делать? И соседи, такой, у меня есть! Добрый человек, добрый. Помнишь вчерашний видос, который я тебе скидывал? Помню, помню. Ой, глянь, сколько она срёт, господи, мне эта корова все больше и больше нравится. Блин, у меня фартовое место, я не ожидал этого. Почему? Да я откуда знаю. Я не ожидал, что я такой везучий буду. А знаешь почему? Потому что говорят, что везучие, они в детстве га-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 га ели. Ах ты, сука! Я не буду говорить, что ели. Говно ели, я и так понял. Я даже это не запикаю, чтобы все знали, какая ты натура. Ты что, будем перевозить корову на трейлере или нет? А, будем, будем. Вместо колес надо будет что-то круглое найти сейчас. На прицеп сзади. Давай лимузин сделаем и все. Сколько тебе коров запереть в одну машину? Ну, нужно Ритуся и Степа. Ну, значит, две коровы. Две коровы. Так, две коровы. Сейчас будем... Этого хватит места? Мы сейчас машину сделаем огромную, большую, такую, прям вах вообще будешь. Так вот. Я уже делаю. Ты понимаешь, что ее надо переделывать изначально, чтобы она была блоков 15 в ширину. В ширину? Да, она будет широкая, зато там будут коровы. Или в длину можно коров действительно сделать. В общем, у меня какая-то более-менее машина получается, но я даже не знаю. Она поедет или нет, блядь. Ну, скажем так, вот это можно поудалять, чтобы не задевало. Оно может задеть? Да. Ты серьезно сейчас? Да. Так. Ну, а что я тебе скажу? Это похоже на машину. Да ладно. Кто не скачет? Сам знаешь. Тот не еврей. А мы тут ни при чем, мы тут ни при чем. Как там вот эта песенка? Кушаем мацу и знаем, что почем. Да. Еще кто-то помнит. Что ты хотел? Коллега, мне кажется, ли ваша машина такая себе? Давай начнем с того, что у меня только сундук в доме есть и все. Теперь будут коровы еще. Блин, нужно было бы еще одну фару получше случай. Ну ладно. А ты возьми, прицепи эти сиськи. Как они называются? Нет, я, короче, делаю лицо для своей машины, вот. У тебя у машины есть лицо? Да, посмотри. Идеально, блядь. Подожди. Типа, спасите меня! Меня трахает в жопу коровами!
Нормально, тебе будет спинку. Да, хватать. Чтобы сразу эту пневмонию получить. 19-ю. Да. 19-ю пневмонию. Кстати, вот эти вот листы железа, они имеют прочность, как у обычного металла. Ну я знаю, я уже все переломал. Ты меня видишь? Да. Это из-за кондера тупо. Ладно, чтобы коровы сразу знали, что они попали в любовь и в ласку, я сюда поставлю, будет идеально. Ты закинул бензин? Ты бензин хотел, чтобы я закинул? Да! Вот в чем дело. Так, кстати, а что-то двигло, чуть выше не поднял. Нормально, поехали за нашими девочками. Они вроде справа были или слева были. Мы же с другой стороны. Не, сейчас, подожди, нужно исправить. Я повороты в другую сторону, да? Да. Колеса хоть в нужную сторону поворачиваются. Отлично. Ну смотри, нормальная такая. Да, мощная даже, господи. Я помню, сколько я всякой параши строил. Господи, она едет даже. Да, подвески, конечно, не хватает, но. А тут ровная дорога, господи. О! Наши коровы, вот. У тебя кукуруза есть? Нету. Вот этих двух бери, я точно уверен, это они. Давай, корова. Давай. Держи их там. Ой, всё. Шикарно. Подожди, сидите подожди, там, подожди, я подожди. Вас буду дома насиловать. Подожди. Чё? Чё, сука? Ты чё сделал? В смысле? Я ничего не делал! Типа я не видел лифта снизу. У меня не было лифта, я вообще блоками пользовался. Да? Вали! Вали! Не, нужно аккуратненько, я не хочу, чтобы ты всё поумер. Кстати, а знаешь, почему я двигатель не на полную поставил? Именно потому, что мы едем с коровами. Потом можно будет подкрутить и делать дежаву. Дальше ты знаешь, мэм, наверное. У меня корова вылетела. В смысле, она у меня на месте? Рассинхронная скрап-механика. Да, она вот на месте, но она лежит, приунывшая, да. Ну, а с ней все нормально. Сука. Мы за ним еще раз едем. Ага, только я вот сначала его найду, убью. А потом верну. Ну, то есть ты другого стёба потом поставишь, я так понял. Типа минус котик, значит плюс котик, да? Да, как сливки шоу. Пока что дверь у нас свободно открывается. Ну, как свободно? Вот так. На запоре. Чтоб они не вышли. Ну да. Зато можно делать как в Шреке, там сам бади с молотка. Окей. Как говорил один умный человек в серой робе, ты не пройдешь! Тут, походу, будет склад. Склад чего? Сундуков каких-то. Предлагаю сюда пару утюгов положить. Всем утюг, с вами Глюк и Следжер. Так, не надо, не надо, нет, нет, стоять, сейчас триггер пойдет у кого-то. Какой триггер? Насчет утюгов. А что, плохо? Да, мне сейчас не хватало, чтобы не писали все. Всем утюг, с вами Глюк. Ты уже сам это сделал. Да ну уже пиздец начнется, все. Подойди к фасаду дома. Вы будете меня. Не, чувак, ну это перебор, иди ты в сраку. Меня. А че они в воде не сдыхают? Не знаю, они походу злобные книгеры. Ты опять за свое. Что плохого в слове книга? Те, у кого интеллект больше одного, поймут, что это. Глянь, какая корова прикольно плавает. Ехать, я не ожидал, что. Я. Они реально прикольно плавают. Кстати, надо бы насобирать металла, чтобы сделать бур. Да, будет много металла. Я люблю металл. Кстати, в воде они не убегают, я это узнал. Да? Да. Не надо, я уже его несколько раз ударил. Все, пусть там плавает, мне нравится. Знаешь, в чем прикол? У себя я всегда серьезный, а когда кому-то на сервер захожу, такую дичь бывает творю. Да, ты таким конченым становишься, просто звездец. Ой, спасибо. Если это останется у тебя видео, я скажу, что ты меня обидел и заблокирую тебя. Ты издеваешься? Познакомься, это Александр, он будет жить с тобой. Ляка, о, какая мило... Ух ты, какая милашка. Кстати, мы... Если его картонкой покормить, он покакает. Офигеть. Такой милёчка. Что нам еще нужно? Картофелемет и картошка, ферма, защита от роботов. Так, завали, зря я у тебя спросил. Что нам еще нужно? Еще нам нужно, чтобы в скрапе появился сюжетный режим. Квесты, все такое. А что за золотая какашка? Это Александр выкакал. И с помощью нее можно делать динамит. Охренеть, он то есть срёт золотом? Ну, почти. Может, тут реально где-то есть. Просто биом реально огроменный.
Ну вот, иди ко мне. Наконец-то мы нашли! Прошел в жопу! Ну, почему да. Все в жопу у тебя должны идти, объясни мне. Потому что это всем больно будет. Я ж говорил, мы найдем старика, господи, мы столько с тобой делали. Слушай, у тебя в роду белорусов нету? Нету. А, то есть я тебе семена картошки не отдам, хорошо? Блин, привет, Пуська, я за тобой скучал. Ну нахрен ты его ударил? Ему здесь плохо. Ты хочешь, чтобы мы его уже сразу на свою базу отнесли? О чем бы не? У нас машина грузовая, грузовая. А знаешь, что еще можно? Тебя убить? Нет. Да. Raid Shadow Legends! Тихо. Спи. Нормально? Лада седан. Баклажан! Так, заткнись! Блин, тут так прикольно. Опа. Та-та-та-та-та-та. Как красиво. Так, Виталий Семенович, мы вас подвезли. В общем, вот ваш подъезд. Мы его даже не мучили, как некоторые. Да, тупо завезли домой и все. Вот, высосал. Соснул. Соснул, да. Здорово. Итак, короче, я хочу у тебя поинтересоваться, сколько бур у тебя стоит? Проще скрафтить, серьезно. Ну, проще скрафтить. 4 редиски это мало. 4 стака редиски. А-а-а. 40 редисок. Проще скрафтить, чувак, реально. А что это за потата ammo контейнер? Это если ты купляешь у него пушки, ты потом можешь подключать на машину, и там 250 патронов в каждом. Эту картошку еще вырастить надо. Да, но понимаешь, что ты будешь такой. Я Джон Сина. Для этого попадать еще надо уметь. Поехали назад. Так, там робот рядом возле наших поселков. А ну иди сюда! Опа! Ты ж. А что он тут делает? Я не знаю, я его сейчас грохну. Не трогай никого из него. Говоришь посевы? Ну точнее, моих коров. Какие посевы? Где Степа, Рита? Блять, вышел. Сука, мы Степу просрали. Че это там? О, наконец-то, бур готов у нас. Да, мы потом добудем металл, сделаем ресурс-коллектор и вообще будем... Давай, поехали, пробурим весь этот мир. Ну, хотя бы немножко бурнуть надо. Давай, что, вот там как, скала у меня как есть. Как ни разу не бурнувшие в этом мире. Вот только вот такие квадратные можно, смотри. Прям сосед с перфоратором. Я думаю, ты это ощутил. Так, это камень. А, вот так, вот какой он смазливый камень. Это так, о, вот это железо. Если его сейчас побрить, то будут железные блоки. Это железо? Вот эта светящаяся палочка такая, видишь? Да. Одна чуть-чуть более, ну, покрасивее. Да, зелень, да. Что красивее, то лучше всегда. Ну вот. Если ее сейчас побрить, то можно собрать 30 кусков железа и сделать тебе первого коллект-бота, которого. Бота-коллектора, который, ну, типа прицепчик для ресурсов, и машину тогда можно ставить на лифт и не бояться, что она улетит. Ни хрена, не понял, но очень интересно, и это мы увидим в следующей серии. Ну да, просто если ты положишь ресурсы сейчас, то машину на лифт взять нельзя будет. Это будет плохо. Короче, ребята, на этом все. Мы с Зорзиком сделали дохрена всего. Если вы думаете, что Йобокса не будет, свали отсюда, зеленая херня! Правильно сделал, что начал бежать. А почему его не будет? Будет? Куда он денется? Конечно, не он будет. Будем потом у нас будет групповуха, втроем будем снимать. Не-не-не, я в этих ваших бутербродиках не участвую, так что я как бы. Зачем ты его поставил? Короче, его... на этом все, пуч... ребята. Я его почти допилил. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, сор сзади тебя, рыжий мудила. Всем удачи и всем пока!